не попала, это правда. Там Жанна действительно вырезала стельки и продавала. Она добрала, как это через работу сотрудники, и выучили стельки, это то, которое он продавал у храма. Потому что Михаил Михайлович не в его жанре работал, это не его стиль был. Он сказал, что он не умел, и потом. Да. И если бы это потом, я бы не дала отражение, и ребята не могут сказать, я сейчас не умею, что я не умею. Я не хочу писать руки в год, как он полностью в этом году ушел в жизни, в этом паре. И на полевой Творецкий, появилась делегация, это дача Михаила Михайловича, где он жил, и союза писателей, которая сказала: Миша, вот ты все, что эти годы писал, 46-53, доставай, давай, Миша, и вам предлагают отыграться, ну, в общем-то, за все, причем не отыграться, вы же просто все отыграете. Вот для меня это комитет личности Михаила Михайловича. Я не представляю, что это нужно быть. И не только не проводить человека, а самим человеком, чтобы так мочь. Поэтому, наверное, прошло столько лет, а мы все равно его помним, и уверен, что пройдет еще столько же, его будет помнить. Потому что он был настоящим человеком. Да не в этом дело. В этом один из секретов гения, о котором мы сегодня говорим. Один из чиновников сказал, что он очень плохо явление мимолетное. Вот и нет, очень плохо явление не всегда. И каждый написатель есть какое-то высказывание, то, что остается после него. Вот для меня слова «высылка» вот все, что не всегда, не так. Когда на человеке нужно обращаться так, словно на нем написано «русска». Вот для меня в этих словах и уродские коммуникации, и замечания. В Москве заканчивается в Елабуге, но мы будем говорить о ней в Тарусе, в которую она приезжала с детства. Друзья, мы с вами в Тарусе, в древнем русском городе Наче. Считается, что Таруса появилась в 1246 году. Впечатляет, правда? Есть спор о том, что город называется именно так.